Девушка, которая 7 августа якобы выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер на КСК в Чите и затем решила вернуть его, отказалась воспитывать малыша. Родители горе-мамаши намерены нанять адвоката, чтобы добиться права вернуть ребенка. Однако органы опеки еще не приняли решение о том, с кем же останется младенец. Система безналичной оплаты проезда в троллейбусах Читы заработает к концу года. Исполнителем по внедрению станет компания «Байкалтранс», которая успешно реализует подобный проект в Бурятии. Главный вопрос на сегодня – перевозка льготных категорий граждан. При системе безналичной оплаты проезда скидка для льготников должна предоставляться автоматически. Забайкальский краевой драматический театр в Чите начал работу над новым мюзиклом «Маугли». Взрослым зрителям он будет интересен не меньше, чем детям. Главная идея – существование в маске в прямом и переносном смысле. Режиссер постановки Владислав Сташинский, солист театра «Московская оперетта», дипломант театрального форума «Золотой Витязь». Дорожные службы и управляющие компании Читы приступят к ликвидации последствий проливных дождей. Напомним, что наносы песка на дорогах Читы, которые появились в результате проливных дождей в забайкальской столице, представляют опасность для здоровья жителей города. Ранее координатор федерального проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог» депутат Госдумы Александр Васильев заявил, что за 2 года работы проекта состояние дорог в Чите не улучшилось. Министр образования края Андрей Томских на заседании правительства региона 22 августа предложил создать Центр патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе. Такой центр необходим для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, привития любви к культуре России. Новый памятный знак в виде верстового столба откроют на Титовской сопке в Чите. Это станет возможным благодаря проекту «По пути декабристов» Чита-Петровский завод. Напомним, он начал реализовываться в Забайкалье и Бурятии в 2016 году.